Привет! Кто здесь впервые? Меня зовут Дима Неутов, и вы на моем канале о путешествиях. Это первый выпуск о нашем трипе по Южной Америке. И сегодня мы будем исследовать с вами, пожалуй, самый нетипичный город этого континента – Буэнос-Айрес. И ему есть что предложить и чем удивить своих гостей. В этом выпуске мы с вами побываем в самых интересных местах Буэнос-Айреса, разберемся, какие из них точно стоит посетить, а какие можно пропустить во время вашего визита сюда. А также погрузимся в этот невероятно разнообразный, колоритный и, пожалуй, самый европейский город Южной Америки, который, как говорят, живет в ритме танго. Как и всегда, путешествие начинается с аэропорта. В Буэнос-Айресе их два. Международные рейсы из Европы прибывают в аэропорт под названием Эзейза, который расположен в 32 километрах от центра Буэнос-Айреса. Сам аэропорт весьма приличный и относительно современный. Оптимальным способом добраться из него до города будет такси. Стоимость примерно составит $35 до центра города. И раз я уже затронул тему транспорта, то стоит сказать, что для осмотра Буэнос-Айреса арендовать автомобиль не имеет особенного смысла. Учитывая невысокую стоимость и широкую распространенность, проще и удобнее будет перемещаться на такси. Общественный транспорт тоже можно брать в расчет. Ну а если остановиться в правильном районе, то основные достопримечательности Буэнос-Айреса будут у вас в пешей доступности. Теперь давайте разберемся, какие районы можно назвать правильными и где же лучше остановиться в Буэнос-Айресе на пару дней. Интересующих нас 6, а именно Монсеррат, Сан-Николас, Пуэрто-Мадеро, Риколета, Палермо и Сан-Тельмо. По большому счету, вы, скорее всего, и так окажетесь в большинстве из них, гуляя по Буэнос-Айресу. Все они безопасны, имеют необходимую инфраструктуру и подходят для того, чтобы остановиться в городе. На мой взгляд, наиболее логистически удобными будут Монсеррат и Сан-Николас. Остановившись в одном из них, вы сможете посетить основные достопримечательности города пешком. Мы для себя выбрали район Монсеррат, остановившись в отеле HTL, который расположен на самой известной улице Буэнос-Айреса, проспекте 9 июля. Сам отель ничем особенным не примечателен, кроме расположения, поэтому останавливаться на нем не буду. Стоимость составила $130 за две ночи с завтраком. К слову, в Буэнос-Айресе цены на отели весьма гуманные и есть из чего выбрать. И тут мы плавно подобрались к первой достопримечательности Буэнос-Айреса, которую невозможно пропустить. А именно к проспекту 9 июля, который назван так в честь даты провозглашения Аргентиной независимости. Также этому событию посвящен вот такой вот внушительный обелиск, установленный в центральной части проспекта. Ширина самого проспекта достигает 140 метров, что делает его самым широким в мире. Это и звучит внушительно, и также выглядит вживую. Однако в повседневной жизни это весьма неудобное решение для пешеходов. Но все же это один из самых узнаваемых символов Буэнос-Айреса. Первым делом после заселения мы направились в сторону известной торговой улицы Флорида, где, по заверению портье нашего отеля, было лучше всего обменять деньги. В то время в Аргентине вовсю еще процветал подпольный обмен валют из-за существенной разницы с официальным курсом. А расчет кредитными картами не пользовался большой популярностью у местного бизнеса. Да и в целом, диджитализация еще не совсем добралась до здешних широт. По пути мы случайно оказались в районе сосредоточения местных банков, которые, к нашему большому удивлению, услуги по обмену не предоставляли, направляя нас с этим в Национальный банк Аргентины. Оказавшись там, мы все-таки решили этот вопрос, но для этого пришлось провести около часа в двух очередях. В целом банковский район выглядит помпезно и очень фундаментально, чего, увы, нельзя сказать про экономику и стабильность национальной валюты Аргентины. Там интересно и можно прогуляться, но скорее в формате по пути. Далее от обеда в одном из типичных бизнес-кафе Буэнос-Айреса мы все же добрались до улицы Флорида.
Некоторые путеводители рекомендуют ее для шопинга в Буэнос-Айресе. Но, на мой взгляд, это просто самая обычная туристическая улица с типичным набором не особо понятных магазинов и сетевых фастфудов. Следующим пунктом нашей прогулки стала площадь Майя. Для Аргентины это место, где происходили многие важные события в ее истории. А для туриста это удобная возможность закрыть сразу 4 значимых пункта в списке достопримечательностей Буэнос-Айреса. Помимо самой площади, здесь еще расположены президентский дворец, или розовый дом, как его еще называют. По выходным там проводят экскурсии, и при желании можно попасть внутрь. Учитывая, что в Буэнос-Айресе постоянно проходят разнообразные протесты и митинги, и проходят они в основном на площади Майя, то дворец обнесен таким вот внушительным забором. Здесь же расположена главная религиозная достопримечательность, а именно кафедральный собор Буэнос-Айреса, который, как говорят, необычайно красив внутри. А также еще одно интересное с архитектурной точки зрения здание – Кабильда, что в переводе означает «городская ратуша». Нынче это исторический музей, который посвящен, собственно, самой ратуше, а также революции, в результате которой Аргентина обрела независимость. Удобным решением после площади будет посещение самого современного района Буэнос-Айреса – Пуэрто-Мадеро. Он построен на территории бывших портовых доков и, как все подобные места, имеет характерный для всех ревитализированных пространств дизайн. Здесь можно приятно прогуляться вдоль воды, наблюдая за яхтами и современной, нетипичной для остального Буэнос-Айреса, архитектурой зданий. Здесь также вы найдете большое количество хороших, но не дешевых ресторанов. Главной фишкой этого района является вот этот необычный мост, который носит название Puente de la Mujer, что в переводе означает «мост женщины». Символизирует он пару, которая танцует танго. Что неудивительно, мы же в Буэнос-Айресе. Гуляя по городу, невозможно не заметить большое количество автобусов, которые, кстати, выделяются прикольным дизайном. Но, несмотря на обилие автобусов и их приятный внешний вид, пользоваться ими не всегда удобно. Вся проблема в том, что на водителей возложены также функции кондукторов, которые они бдительно выполняют, пропуская пассажиров только через передние двери, что в результате и генерит просто огромные очереди на посадку. Близился вечер нашего первого дня, и мысль о знаменитом аргентинском вине становилась все отчетливее. Аргентина до поездки у меня всегда ассоциировалась с тремя вещами – футболом, стейками и вином. Футбол в этот приезд в планы не входил, стейки и прочие мясные продукты много раз встречались на пути, а вот где купить вино, кроме баров и ресторанов, было понятно не сразу. Предприняв пару неуспешных попыток найти его в одном из супермаркетов, я был вынужден обратиться за помощью к прохожим аргентинцам. Вопрос этот вызвал много понимания и энтузиазма у местных, и мы быстро выяснили, что вино здесь продается вот в таких специализированных магазинах. Так что не тратьте время впустую, ищите сразу ближайший вайн-шоп. По дороге в Адель мы заглянули на еще одну всемирно известную достопримечательность Буэнос-Айреса. А именно театр Колон, который расположен на уже знакомом проспекте 9 июля. Не могу сказать, что он нас как-то поразил с архитектурной точки зрения. В мире много театров с куда более впечатляющей архитектурой. Но в театре это, конечно, не главное, и судить можно лишь побывав внутри. В целом, это, конечно, важный культурный объект города, но я бы не советовал тратить на него время, если не планируете посетить один из спектаклей. Немного передохнув в отеле и отведав местного вина, наш первый день мы решили завершить в знаковом для Буэнос-Айреса месте, и называется оно кафе Тортони. Это культовое кафе было открыто в 1858 году французским иммигрантом, который вдохновился одноименным богемным парижским заведением. Многие знаменитости, например, Альберт Эйнштейн, бывали гостями этого уникального места. А по версии ресурса U-City Guides, оно входит в десятку самых красивых кафе мира. Все это, конечно же, делает его крайне популярным, и позаботиться о резервации стоит заранее. Визит сюда удобно совместить с еще одной активностью, которую необходимо посетить в Буэнос-Айресе, а именно танго-шоу, без которого невозможно представить визит в этот удивительный город. В городе много мест, где можно закрыть этот гештальт, но после некоторых изысканий вариант в кафе Тортони мне показался наиболее оптимальным по соотношению цены и доверия к потенциальному качеству самого шоу. Это удовольствие в Тортони стоило порядка $20 с человека.
Внутреннего братства этого заведения, откровенно говоря, не вызвало у нас особого восторга. Все атмосферно и живо, но такое, в принципе, можно встретить во многих похожих местах старой Европы. Само же шоу проходит в небольшом зале, который расположен в подвальном этаже. Здесь вы шерите столик с другими гостями, если вас меньше 4 человек. Перед началом можно заказать еду и напитки. Не сказать, что кухня как-то нас удивила. Но шоу, которое длится около получаса, было вполне ничего. Хотя, по сути, это несколько пар, которые весьма достойно танцуют танго. Нам понравилось и вполне удовлетворило наш запрос к этой активности. Могу однозначно рекомендовать кафе «Тавтони» к посещению. На следующий день мы начали с осмотра Дворца Национального Конгресса Аргентины, который расположен в 10 минутах ходьбы от нашего отеля на площади Конгресса. Это впечатляющее сооружение в стиле неоклассицизма, построенное по проекту итальянского архитектора. Его главной особенностью является огромный 80-метровый купол, который виднеется издалека. Рекомендую выделить время на визит к этому исполину. Далее мы решили посмотреть, что из себя представляет метро в Буэнос-Айресе. Оно полностью подземное и состоит из 6 линий и 135 станций. Кстати, дизайн самих спусков очень напоминает их собратьев в Нью-Йорке или Барселоне. Не сказать, что текущая сеть вполне покрывает потребности города, но и маленьким его не назвать. Слово, открылось оно в 1913 году и стало первым в Южной Америке в частности и в Южном полушарии в целом. В Аргентине это единственный город с системой метро. Для проезда необходимо приобрести специальную карту под названием Сумбе и пополнять ее баланс по мере необходимости. Стоимость одной поездки составляла на тот момент 15,5 песо. Внутри оно не поражает каким-то особенным дизайном, несмотря на попытки украсить его разнообразными арт-инсталляциями. Но при этом там чисто, есть понятная навигация, нет обилия рекламы, а подвижной состав вполне приличного уровня. В целом наш небольшой опыт пользования здешним метро был вполне позитивным, и его можно и стоит использовать туристу. Протестив метро, мы прыгнули в такси и отправились далее, пожалуй, в самое противоречивое место Буэнос-Айреса. И это район Ла-Бока. В целом он считается неблагополучным и небезопасным местом в городе. Но если ограничиться его центральной частью под названием Каменито и посетить днем, то это вполне безопасно. В принципе, все так и делают. Ла-Бока занимает первые ряды в путеводителях среди достопримечательностей Буэнос-Айреса. Но, на мой взгляд, его значимость несколько переоценена. По сути, это старый район, в котором изначально селили темнокожих рабов, а затем его освоили эмигранты преимущественно из Италии, которые придали ему такой вот разноцветный вид. Сегодня это чисто туристический аттракцион, который состоит из 3 улиц, центральная из них и есть Каменито. Основную атмосферу тут создают разнообразные цветные домики с разной степенью изношенности, на первых этажах которых расположено множество сувенирных лавок, а также ресторанчиков и кафе, в одном из которых можно перекусить, наблюдая за парами, танцующими танго. Еще вы встретите здесь достаточно большое количество лотков с продукцией от местных умельцев, а также это место, где в изобилии представлены работы уличных и не только художников. Мне все это отчасти напомнило наш родимый Андреевский спуск. Скажите, как вам Ла-Бока? Какой-то очень футуристический, хотя, конечно, веселенько. Уже больше похоже на Южную Америку. Нужно ли сюда ехать? Да, приехать, конечно, нужно. Без этого впечатления будет неполно. Прогулявшись здесь немного и опробовав достаточно неплохое аргентинское пиво, мы, особо не задерживаясь, отправились далее. И следующим пунктом нашего маршрута стал район Риколета, который оказался полной противоположностью району Ла-Бока. Это престижный и один из самых дорогих районов Буэнос-Айреса. Его называют маленьким Парижем из-за его архитектуры, выполненной во французском стиле. Стоит сказать, что он нам понравился уже буквально с первых минут. Несмотря на то, что это далеко не единственный красивый район города, у него есть свой особенный вайб, который одновременно вызвал у нас мысль, а неплохо было бы пожить здесь.
В общем, он настолько хорош, что стоит заложить время на просто прогулку по его улицам. Наш путь лежал в сторону главного места паломничества всех туристов в этом районе, одноименного кладбища Риколетто. Я, откровенно говоря, небольшой любитель подобных мест, но пропустить его в Буэнос-Айресе просто невозможно. Прежде чем вы окажетесь у главного входа, я рекомендовал бы задержаться на чашечку кофе в известном кафе «Ла Биэла» неподалеку. Его летняя терраса расположена в тени 200-летнего гигантского фикуса, который сам по себе заслуживает внимания. Это прекрасное место, чтобы немножко задержаться и насладиться моментом пребывания в этом замечательном городе. Ну а само кладбище находится в паре минут ходьбы через сквер. Его, конечно, трудно назвать просто кладбищем, это скорее ансамбль из микромузеев, возведенных в память захороненных здесь представителей знати, бывших президентов и прочих влиятельных деятелей Аргентины. Здесь же, к слову, захоронена и самая известная женщина в истории страны Эва Перон, она же Эвита. Столь помпезный подход в вопросах погребения сделал этот некрополь один из самых известных в мире. Основано оно более 200 лет назад монахами-францисканцами, как логическое продолжение построенной ранее ими же церкви Эль Пилар. Вход в него свободный. Если вам по душе подобный опыт, то рекомендую заглянуть сюда, когда окажетесь в этом районе. Далее мы в большей степени, спасаясь от жары, заглянули в культурный центр Риколетто, который находится рядом с кладбищем. В целом он оказался достаточно обычным арт-пространством с разнообразными объектами современного искусства. Также здесь есть некое подобие коворкинга, кафе и просто зоны для чилов. Нам он не показался особо интересным местом, и его можно смело скипнуть, на мой взгляд. Кстати, всего в 15 минутах ходьбы от кладбища находится еще одно интересное и необычное место Буэнос-Айреса под названием Флоралис Хенерика. Это вот такой вот гигантский механический цветок, который по задумке автора символизирует надежду и дикую природу. Поделитесь своими впечатлениями об этом месте в комментариях, если бывали там. Время стремительно приближалось к вечеру, и мы переместились в Палермо. Последний район, который я планировал посещению в этом визите. Палермо – это самый большой, самый зеленый и наименее туристический район Буэнос-Айреса. Также его еще называют богемным районом города из-за обилия превосходных ресторанов, большого количества ночных клубов, стрит-арта и разнообразных дизайнерских магазинов. Нам же удалось лишь немного окунуться в его атмосферу и посетить несколько локаций, достойных внимания. Первый из которых стал японский сад. Это невероятно красивый сад, выполненный в традиционном японском стиле. Он спроектирован по классическим японским канонам, где все стремится к гармонии и равновесию. И нужно заметить, что это действительно чувствуется, когда находишься там. На его территории соседствуют как южноамериканские, так и традиционные японские растения. К слову, это самый большой японский сад в мире, который функционирует за пределами Японии. Его открытие было приурочено к визиту японского наследного принца в 1967 году. Нам очень понравилось и рекомендую запланировать на него хотя бы пару часов. Но сад лишь часть зеленого многообразия Палермо. Буквально через дорогу расположен превосходный парк Рос или Эль Розидаль, который знаменит своим многообразием из 8000 роз и просто красивым ландшафтом. Там же вокруг памятника четырем регионам находится еще несколько замечательных скверов, в которых также приятно прогуляться. Плюс к этому здесь же находится в чем-то футуристическое здание городского планетария Буэнос-Айреса под названием Галилео Галилей. Так что только на эту часть Палермо можно с легкостью потратить целый день. После зеленой зоны Палермо мы отправились на наш прощальный ужин в Буэнос-Айресе. И провели мы его в ресторане Дон Хулио, который расположен в этом же районе. Дон Хулио — это не просто один из лучших ресторанов Буэнос-Айреса, но и обладатель звания лучшего ресторана в Аргентине, а также входит в списки 50 лучших ресторанов мира и 50 лучших ресторанов Латинской Америки. Весь этот набор регалий я уже узнал позднее, а изначально я просто нашел его по рейтингу в TripAdvisor среди лучших в Палермо. Брони у нас не было, а в такие места без нее обычно не попасть. Но так как мы пришли за 15 минут до его открытия, нам повезло, и спустя полтора часа место для нас нашлось. Там еду давали. Да, ну... Кстати говоря, ждали мы... Не 2 часа, я думаю, часа час 10, час 20 примерно.
Просека была весьма кстати, скрасила ожидания. Сам ресторан – это классическая аргентинская парилья или стейкхаус. Он не очень большой. Его дизайн также выполнен в классическом стиле, без применения особых дизайнерских подходов. Основой его кухни, конечно же, являются разнообразные мясные продукты и стейки из отменной аргентинской говядины. Готовят их вот на таких классических для Аргентины грилях, они и называются парилла. Стоит сказать, что культура потребления стейков и всего, что с этим связано, настолько же сильна, насколько и любовь аргентинцев к танго. Помимо мяса, в ресторане много интересных и вкусных традиционных закусок, которые стоит также попробовать. Ну и, конечно, все это невозможно представить без отличного аргентинского вина. Винная карта здесь также на высоте, одного только мальбека видов 30. Сервис тоже на соответствующем уровне, так что вам точно здесь понравится. Стоимость ужина будет сильно зависеть от выбранных блюд и вина, но хорошие стейкхаузы никогда не были дешевыми. В общем, ресторан вполне оправдал свой статус и был идеальным местом для завершения знакомства с Буэнос-Айресом. Я его очень рекомендую. Надеюсь, этот выпуск был для вас интересным и полезным. Конечно, наша попытка увидеть Буэнос-Айрес за 2 дня – это крайне динамичный подход, и нужно признать, что я несколько недооценил его потенциал и заложил слишком мало времени. Но это был компромисс, учитывая насыщенность поездки в целом. А вам бы я хотел посоветовать задержаться здесь хотя бы дней на 5, чтобы в полной мере насладиться его очарованием. Правда, по-хорошему и этого будет мало, чтобы проникнуться и увидеть Буэнос-Айрес во всей его красе. Спасибо, что досмотрели. Жмите лайк, если понравилось. Подписывайтесь на канал. И до встречи в следующем выпуске на просторах аргентинской Патагонии.